Всем привет, друзья! Сегодня актуальная информация, видео на тему «Измеряем нитраты черешни». Наконец-то она появилась у нас на рынке купленная. Вот такая вот крупная темная черешня, черная и, собственно, ручно пойманная, собранная такая вот белая, мелкая, но зато точно собранная своими руками. Вот. Измерять будем тестометром Green Test Eco, как обычно. Выбираем в разделе фрукты. Черешня у нас есть. И помещаем на щуп серединку плода. Норма черешни у нас 50 мг на килограмм. И в этом меньше 30. То есть белая годна к употреблению. И измерим также черную, она такая сочная, мясистая, сладкая. Надеюсь, ее не опрыскивали лишний раз. Красотка. Помещаем в середину. Измерение тоже меньше 30. То есть черешня, в принципе, безопасна для нашего здоровья. Кому было интересно, полезно, актуально измерение нитратов на июнь 2023 года. Ставьте лайки, пишите приятные комментарии. До новых встреч. Пока-пока.